Здорово, друзья. Решил сегодня выбраться на рыбалку на озеро. Так, в общем, до сезона походов еще далеко. Поэтому идем на рыбалку. Пилить мне до озера где-то пару километров. По буранке. Буранка накатана, хорошо. Следов свежих нет. Да, по буранке идти одно удовольствие. Снега немного. Не знаю, что будет на озере. Там, наверное, снега по колено. Не знаю, что там на озере. Вообще, смогу ли я попасть туда. Там я уже не был больше 2 лет на этом озере. Здесь такое озеро. Можешь прийти вообще ни одной не поймать за день. Бывает неплохо. Поклюет. Так, вот болото. Нам надо ту сторону болота. Тропа обходит стороной. Тишина. Если бы не этот снежок, который за ночь напал, вообще идти было бы идеально. Ну, зато благодаря снежку видно, что на озере никого нет. Сегодня будничный день. Там вряд ли кто может быть. Так, вот развилка. Нам сюда. Фу. Так, вот еще одна развилка. Но сюда буранки нет. Здесь по лесу в конец озера дорожка. Ну, следы есть, туда ходил. Интересно, чьи это следы? О, блин, нифига себе. Снега по колено. Ого. А это не человечьи следы-то. 3. Реально не человек ходил. Не знаю, может лось. Шаги здоровые. Блин. Санки догоняют. С горки. Так, вот подхожу к озеру. Вот оно. Так, лишь бы воды не было на льду. А то ходить будет неудобно. Не, вообще нормально. Вообще зашибись. Буранка идет через все озеро на другое озеро. Ну то следующее озеро далеко, километров 15 отсюда. Мне тут не дойти. Да и здесь бывает неплохо клюет. Вот это как бы заливчик, а там основное озеро. В него впадает река и вытекает. Здесь именно в этом месте редко клюет. Нет, здесь клюет, клюют ерши, окуня клюют. Больше я здесь ничего не ловил. На этом озере, кроме ершей, в этом месте именно, кроме ершей и окуней ничего не ловил. Ни зимой, ни летом. Фу, я уже потеть начинаю. На улице 0. В городе потеплее, в городе плюс. Здесь на озере 0. Жарко пипец, придется раздеваться. Блин, куда-то буранка уходит куда-то в другую сторону. Мне нужно туда как-то добраться. Блин, а по такому снегу неохота идти.
Ладно, сейчас посмотрим, может, она где поворачивает. Вообще, я там хотел рогатки поставить. Если, конечно, поймаю, что... И здесь можно неплохо половить. Блин. Что, придется идти тропить. Хреново то, что нет буранки. Обычно буранка в этом месте проходит, идет через озеро на другое. Но, видимо, в этом году ездит в другом месте. Блин, иду. Чуть курточку не потерял. Хорошо заметил вовремя. Пришлось бы возвращаться. Придется на себя натянуть. Фу, иду по целине. Буранка кончилась. Приходится топтать тропинку. Ладно, санки не переворачиваются. Так, вон в том месте есть протока. Там вообще опасно ходить даже зимой. Даже зимой она не замерзает. Там течение такое неплохое. Не, ну, если морозы сильные, может, замерзает. Я в глухозиме здесь не был. Но весной уже... Там уже воду видно. Там щучка стоит. Несколько раз. Сколько был, там натыкался на щуку. Что-то как-то непонятно. Старая лыжня, что ли? И старая тропинка. Идешь вроде нормально. Бац, потом кончается. Так, здесь тычки стоят. Возможно, у кого-то крюки стоят. Но, судя по следам, тут давно никто не был. А, возможно, даже здесь сеть стоит. Ладно, я подходить сюда не буду. Мало ли. Что? Погода вообще отпад. Вообще ветра нет, штиль полный. Солнца нет. Туман стоит небольшой. Дымка такая. Ну, сейчас уже не такая. Сейчас уже не видно особо. Блин, иду, снег нарывается, сапоги. Да, там снега уже, пипец. Видимо, носки сегодня промокнут. Вот я и на месте. Сейчас будем бурить, искать нужную глубину. Что у меня есть. Хотя, думаю, они, наверное, сегодня не пригодятся. Снега по колено. Ну ладно. Раз уже взял. А, здесь. Так, сейчас посмотрим, какая тут глубина. Может, придется дальше стрелиться. Метра полтора. Ладно, эту ломочку закормим. Так, тихонько. И добавляем секретный ингредиент. Так, сейчас просверлим еще пару лунчик. Так, в общем, просверлил 5 лунок. Сейчас закормлюсь. Оставшиеся. Блин, вот я термоса не взял. Думал чайку попить.
Надо идти в лес, дрова искать. Так неохота по такому снегу. Не знаю, сейчас что-нибудь решим. Все, досыпаем остатки. Блин, надо увлажненную прикормку покупать. А то-то ни хрена не тонет. Приходится долго ждать, пока утонет. Вот и первый. Блин, сороги бы на жеца-то наловить. Не знаю, брать, не брать. Нет, для жеца маленький. Плыви. Что-то один какой-то мелкий клюнул, и все. Ладно, пойдем в другую ломку. Ворон каркает. Что-то стало прохладно, надо идти одеться. Что-то не хочет клевать. Пойду еще поближе к берегу просверлю. В травке, может, какой-нибудь окуня поймаю. И попробую на балансир. Если на опарыше ничего больше клевать не будет. В общем так, что-то больше ничего не клюет. Поймал одного окушка мелкого. Решил сходить чайку попить. Так, сейчас все лишнее выгружаем. Да, где-то топорик был. Блин, чем ближе к берегу, тем больше снега. Здесь уже сапоги зарываются. Приходится тропинку протаптывать. Не знаю, что там в лесу будет. Так, здесь какой-то стан. Кто-то останавливался. Дерево что-то висит. Там какое-то сооружение было. А, блин, полные сапоги снега. Пипец. Это бутылки. Понятно, что. Так, тут костровище. Сейчас здесь забацаем костер. В общем, пока ковырялся в снегу, кастрюлю нашел. Да, явно здесь был костер. Ага, вот и угли. Так, попытаюсь без бересты развести. А по сугробам бегать за берестой что-то не очень охота. В общем, развел и костер. Заколебался искать сухие дрова. Вроде все разгорелось. Эти нашел, ни хрена не горят. Они как бы сухие, но лежали под снегом.
Поэтому обледенели, нихера не горят. Сходил, тут чурочку нашел, сухую одну. Блин, хорошо топор был. Так бы заколебался готовить обед. В общем, так разместился. Фуфаечку повесил на вешалку. Так, сейчас посмотрим, сколько время. Может, придется уже пообедать. Да, время 10:30. Будем обедать. Так, котелок на костре. Штаны пришлось натянуть на сапоги. Все промокли, но зато снег в сапоги не закидывается. Так, на обед у нас мясо цыпленка. Сыр плавленый. Хлеб. И что тут? А, и гречневая каша быстрого приготовления. А, тут еще грудинка. В общем, такая нечеткая каша с грибами и жареным луком. Я уже пробовал ее. Ничего, вкусная. Так, ее сразу два пакетика сюда забацаем. Ну, там чаю. А, у меня еще яички есть. В общем, вот так выглядит эта греча. Ну, это не греча. Это состав гречневые хлопья. Вот что значит хорошие сухие дрова. 5 минут и чай закипел. Котелок сварился. Котелок за 5 минут скипел. Такс. Только что услышал в лесу. Кто-то ветки ломает. А! Так, что у нас тут готово? Закипело. Так, в общем, на обед у нас сегодня гречневые хлопья, мясо цыпленка, яичко, хлеб с плавленым сыром и с ветчиной. Последнее время в походы беру вот такое вот мясо цыпленка. Ну, конечно, не очень, но по сравнению с тушенкой, потому что у нас тушенки нормально вообще нет. Я, наверное, за всю жизнь всего 2 раза мне попалась нормальная тушенка с мясом. А так жрать невозможно. В общем, вся еда была удачно уничтожена. Так, это в костер. Банку отожгем. Так, сейчас еще чайку с печенюшкой. Так, ладно, пообедали. Котелок оставляем здесь. Может, еще приду чаю попить. Топор тоже. Так, пойдем проверять. Может, что клюнуло там уже. Так, в общем, все. Ни хрена не клюет. Надоело мне это все. Буду собираться домой. Так, все, котелок выливаем. Здесь ничего не загорит. Топорик. Что-то я не понял, кто там ветками хрустел. Это здоровый. Так, в общем, все собрал, вот ничего не забыл.
Самки сзади. Надеюсь, обратно будет полегче идти. Вот такая тропинка мной протоптана. В общем, был пойман один окунь. И мелкий, и все. Как я и говорил, озеро непредсказуемое. Бывает, ничего вообще не поймаешь. А бывает, неплохо наловишь. Но, видимо, еще не сезон. Будет чистый лед, можно будет еще сгонять. Взять жерлицы. На балансир даже не пробовал. Если даже на мормышку не клюет, балансир бесполезен. Ну, вообще, летом тут красиво. И вообще, про это озеро случайно узнал. Точнее, пришел сюда случайно. Может, как-нибудь расскажу, как я сюда попал. Так, вот тут перешеек. Перешеек между озерами. Он тут зимой не замерзает. Я один раз зимой здесь провалился по колено, когда решил пройти не по тропинке. Вот по той стороне озера красивые места на берегу. Сосны, холмы. Вот и снежок пошел. Ладно, я ведь не за рыбой пришел. Все равно, если бы все поймал, все отпустил. Ну, кроме щуки, конечно. Так, отдохнуть на свежем воздухе. Последние кадры озера. В общем, вот это болото, про которое я говорил в начале. Если бы здесь была тропинка, можно было бы неплохо сократить. Приходится делать петлю большую. Явно следы не человека. Слишком большое расстояние между шагами. Вон, даже мне не шагнуть. Видимо, лось пробегал. Вот встретил еще такие же следы. Походу, вот сюда он забегал. Точно. Точно не человек. Но следы непонятны, не свежие. Ну хотя, не разберешь, снег прошел. Первый раз, сколько тут хожу, вижу лосиные следы. Хотя тут близко, недалеко уже до населенного пункта. Приходится с горок сбегать, чтобы санки не догнали. Все, подхожу к машине. Вон уже просвет. Виднеется забор. Дачи. Ну что, такая прогулочка. 1,5-2 километра туда и столько же обратно. Так, машина на месте. Че, тут какой-то мужик с собакой шарился. А вон он ушел. Ладно, загружаемся домой. Так, все удачно загружено. Погнали.